Добрый вечер, вы смотрите нашу программу. Как часто мы оказываем помощь нуждающемуся в ней? Не родственникам, а просто людям, порой даже совсем незнакомым. Как часто мы готовы безвозмездно совершать добрые дела? Просто так. В таком современном суматошном мире есть люди, которые называют себя волонтеры или добровольцы. В Дмитровском районе волонтерское движение особо развито среди молодежи. Вступить в него может каждый. Каждый, у кого доброе сердце. Такой большой, веселой компанией молодые дмитровские добровольцы во главе со своим наставником Татьяной Захаровой пришли к Нине Георгиевне Ашитковой с целью помочь по хозяйству. Ребят хозяйка встретила как родных. Вы что у нас? Помогать? Волонтеры? Есть просто молодежь, которая не может сидеть на месте, вот, просто сидеть и ничего не делать. Им надо что-то, где-то двигаться, они вот прям активны, из них плещется энергия. И вот они как-то попытаются ее вылить вот помощью... бабушкам там, ну вот просто занимаюсь волонтерской деятельностью. Не знаю почему, мне просто нравится помогать людям, и мне приятно слышать искренние пожелания и искреннее спасибо. Оно как плата, оно больше, чем плата, это больше, чем деньги, и это воодушевляет. Нина Георгиевна – ветеран труда, председатель Совета ветеранов первичной организации микрорайона космонавтов. Живет в однокомнатной квартире, поэтому для ребят в этот раз работы было не так уж и много. Моем окна, подоконники, протираем пыль с пола, там, кому-то, если нужно, подмести, полы помыть. То есть такая вроде работа, которая не требует особой квалификации, что ребят с ней справляются нормально, но пожилым людям тяжело ее выполнять. И как вот тебя такие просьбы бытового характера не смущают? Ну нет, у меня есть руки, это несложно и делать, это не что-то такое сверхъестественное. Добросовестно выполняют? Конечно, добросовестно. Не переживайте, что придется потом перевести? Да ну что вы, конечно, нет. Как на вас реагируют, скажи, пожалуйста, бабульки? Вот вы приходите, на нас? Да. Как по-разному. Некоторые не всегда просто готовы нас видеть, они просто неожиданно... Ну, для них как-то это непривычно нас видеть, на самом деле, потому что то люди... Все такие злые, замкнутые, а тут вроде люди приходят и начинают помогать и предлагать свою помощь. Для еще них и молодежь. Не... Да, еще и молодежь, для них это непривычно. Ну а по большей части вот вам рады? По большей части, да. Ну, конечно, рады, потому что мы им помогаем, с ними общаемся, и им не одиноко. Это хорошо, когда у нас есть помощь. Вот, например, если мне что-то не здоровится, я вот пригласил, девочки пришли, убрались. Стать волонтером может каждый, и помощь его может быть как разовой, так и постоянной. У добрых дел нет ни возраста, ни национальности. Главное – искреннее желание делать что-то хорошее. Вообще во всем мире как бы волонтеры – это от мала до велика люди, которые просто готовы, ну, открыты другим людям, готовы им помогать безвозмездно. Ну, мне, конечно, больше ближе слово «доброволец», то есть, как, ну, как от слова «добро», да? То есть мы готовы как бы открыться друг другу и подарить частичку доброты и тепла другим людям. Конечно, все массовые мероприятия, да, спортивные, такие масштабные, и городские, и районные, они очень важны, но как бы вот в добровольчестве я считаю, что важнее та помощь, которую ты оказываешь как бы адресно, лично какому-то человеку, который, ну, действительно, там, может быть, у кого-то трудная жизненная ситуация была, и ты его вытаскиваешь оттуда, как бы даже эмоционально помогаешь ему. Волонтеры Дмитровского района сегодня – это, как правило, старшеклассники или студенты в возрасте от 16 до 20 лет. Каждую среду они собираются в управлении по делам молодежи, чтобы обсудить дальнейшие планы на добро. Чтобы систематизировать работу с добровольческим сектором, разделили ее по направлениям. Ну, естественно, это команда 20-18, условно назовем, это спортивное волонтерство. То есть у нас в районе много соревнований проводится, и в Парамоново, и Лыжня России, та же самая. Туда нужно очень много волонтеров. Вот это является спортивным добровольством. Следующий сектор – это чистый город. Это, ну, в ту же весеннюю неделю добра, вот у нас проходила акция, это уборка
парков, лесов города. А следующее направление – Красный Крест. Это сдача донорской крови, помощь в больницах. То есть у нас в состав волонтеров входят студенты Дмитровского медицинского училища, которые, в принципе, учатся на то, чтобы помогать больным. А тут у них еще есть возможность и практику пройти в больницах. Следующее направление – команда «Вперед из песни», мы так условно назвали. Команда такая «Бригада Ух». Это на всех культурных мероприятиях, на которых необходима тоже помощь волонтерская, срочно, экстренно и много. Следующее направление – «Сердце патриота». Это как раз помощь ветеранам, пожилым людям. Есть такая акция замечательная «100 чистых окон». Это когда ребята приходят домой к ветеранам, не только чистят им окна, да, как по названию акции, но и помогают в огороде, дома помогают им как бы убираться. То есть если кому-то нужна будет такого рода помощь, можно нам позвонить, мы с удовольствием придем помочь. У тех ребят, которые в волонтерском движении постоянно, есть свои специальные волонтерские книжки, куда занесены все их дела и поступки. Татьяна Захарова, будучи наставницей волонтеров, а официально главным специалистом организационно-массовой работы Управления по делам молодежи, начала свой волонтерский путь еще будучи старшеклассницей. Желание делать добро не покинуло Татьяну и в студенческие годы. На студенческие годы, вот они у меня так закрутились, прям очень активно. И в 2010 году я в первый раз поехала на конкурс «Доброволец года» в Москву. Вот я тогда слабо представляла вообще, что такое добровольчество. И вообще, какое-то слово такое было странное. Но на этом конкурсе именно меня как бы окунули в ту атмосферу, где собрались люди не случайные, а которые тоже в своем городе, в своем регионе совершают какие-то добрые дела. Побывать в роли волонтера Татьяне посчастливилось на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи. Это, конечно, был колоссальный опыт и огромное счастье – осознавать себя частью истории. На Олимпийских играх у меня была ИВС-функция. То есть мы работали в Олимпийском парке, это прибрежный кластер, встречали зрителей, координировали потоки людей, потому что там в день проходимость по Олимпийскому парку была 120 тысяч человек. Вот. И чтобы не было давки, каких-то несчастных случаев, толкучки, стояли волонтеры на определенных секторах и координировали движение людей. Вот. Потом приветствовали, естественно, создавали хорошее настроение, подсказывали людям, где находится какой-либо олимпийский объект, когда проходят соревнования. После игр в Сочи началась работа в Управлении по делам молодежи. Для Татьяны это была и есть прекрасная возможность сделать волонтерское или добровольческое движение в Дмитровском районе еще более масштабным и действенным. Ну а пока ребята осчастливили своим визитом Нину Георгиевну. Помогли ей по хозяйству, пообщались, в общем, скрасили вечер буднего дня. Для каждого помощь она своя нужна. Кому-то психологически, кому-то физически помочь. Но, как правило, больше нужно психологически и просто поговорить с человеком, потому что у него нет собеседников. Ну, они такие все сияющие, все радостные, они прям глазами благодарят, вообще это прекрасно. Когда помогаешь, ты чувствуешь себя нужным. Это уже плюс, на самом деле. Потому что если ты помогаешь, то ты уже понимаешь, что ты уже не зря живешь. На сегодня это все. Вы смотрели нашу программу. Возникли вопросы или предложения, пишите наша-тв@mail.ru. Ну а я с вами прощаюсь. До свидания. И совершайте как можно больше добрых дел.